с 10 часов вечера и до самого утра. Итак, 25 лет. Виктор Жулин управляет поливомоечной машиной, которая промывает асфальт после подметально-уборочной техники. Несмотря на тяжелый график, на работу он не жалуется. Хотя, как признается сам, желание уйти в другую профессию все же было. По словам Виктора, за многие годы деятельности кардинально изменились условия труда. Раньше была более простая техника, конечно. Сейчас довольно лучше, конечно, идет техника и легче работать. Более 100 поливомоечных машин, 32 пылесоса, мини-погрузчики, самосвалы каждый день выезжают на улицы города. Плюс около 1500 дворников. На содержание Ростова в чистоте каждый месяц тратится примерно 50 миллионов рублей. Сложность работы коммунальщиков состоит не только в ночном графике, но и специфике уборочной техники. Вроде бы обыкновенная машина, ничего там сверхъестественного в ней нет. Ну а если посмотреть вовнутрь кабины, у нее там довольно-таки есть серьезный пульт, которым водитель управляет всем навесным оборудованием, которое установлено на этой машине. Он из кабины может управлять мощностью потока, может управлять скоростью, он может управлять направлением. К августу городские власти благодаря поддержке губернатора планируют закупить 49 машин спецтехники. Ася Куринова, Юрий Бабенко, на Дону.